Спонсор программы – сеть магазинов «Акватория». Акватория сауда желісі жуынатын бөлменің арманыңыздағы үлгісін ұсынады. Біздің сантехникалық жаңа салонымызда сізді ең сәнді үлгілер мен керемет жаңалықтар күтуде. Жуынатын бөлме жиһазының қолмен безендірілген қайталанбас түрлері, классикадан бастап сәнді үлгіге дейінгі кез келген стильдегі топтама. Сонымен қатар қоспалы ұштан айнаға дейінгі толық жинақ. Біздің сантехникалық жаңа салонымызбен бірге сән салтанатқа бөленіңіз. Біздің мекен жайымыз Асау Барақ көшесі 55А, Акватория дүкені 3-ші қабат. Здравствуйте, с вами пресс-новости. Последние 10 лет Министерство финансов США идет в авангарде экономической войны против злокозненных режимов и группировок, пишет Wall Street Journal. Но противники Вашингтона разрабатывают свое экономическое оружие, утверждают авторы. Экс-министр финансов Генри Полсон утверждал, что во время Великой рецессии Кремль уговаривал Китай сбросить акции Фанни Мэй и Фредди Мак. Это усугубило бы экономический кризис в США. Хотя экономическая взаимозависимость, возможно, склоняет противников Запада к осторожности, ситуация может измениться, если страны типа Китая, России и Бразилии решат бросить вызов глобальному экономическому господству США, заключают авторы. Пока доллар является самой популярной валютой, а облигации казначейства США слывут самой надежной инвестицией. У Вашингтона сохраняются большие преимущества. Но некоторые страны и институции уже ищут недолларовые варианты. Между США и Израилем пробежал Иран. Давние союзники не слушают друг друга. Причина напряженности между давними геополитическими союзниками США и Израилем – решение администрации президента США Барака Обамы о субсидировании иранской экономики в обмен на сворачивание ядерной программы Ирана. Премьер-министр Израиля в ходе своего визита в Конгресс озвучил проблему, но поддержки у Обамы не встретил, как и его самого, пишет независимая газета. Накануне премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил перед Конгрессом США по иранской ядерной проблеме. Он надеется на решительные действия Вашингтона в данном вопросе, а возможное сотрудничество американцев с Ираном в Ираке не укрепляет его надежд, учитывая то, что экономика Ирана на грани краха, аятолла Хаменеи вынужден идти на компромисс с Белым домом. При этом Нетаньяху убежден, что Иран найдет возможность обвести вокруг пальца США и возобновить обогащение урана для создания бомбы, говорит заслуженный деятель науки Российской Федерации Георгий Мирский. При этом обсуждать проблему со своим израильским коллегой Обама отказался. Кроме того, президент США убежден, что глава израильского правительства сгущает краски. Адвокаты скончавшегося в австрийской тюрьме экс-посла Казахстана Рахата Алиева Манфред и Клаус Айнеттеры, а также Отто Дитрих, заявили перед журналистами, что сомневаются в официальной версии относительно самоубийства своего подзащитного, сообщает австрийская газета Die Presse. С нашей точки зрения суицид исключен, подчеркнули адвокаты. Тем не менее, ответа на вопрос прессы, считают ли они, что подследственный Рахат Алиев в ночь на 24 февраля был убит в одиночной камере больничного отделения тюрьмы Йозефштадт, адвокаты не дали. По их словам, пока что у них нет достаточно информации. Говорится в материале, в частности, еще не готовы результаты заключительного вскрытия и выводы токсикологической экспертизы. Между тем, видеозаписи с камеры в коридоре тюрьмы показывают, что в ночь, когда наступила смерть Алиева, к его камере никто не подходил. К тому же специальные датчики регистрируют каждое открытие и закрытие двери в камеру. Интернет-сообщество Казахстана бурлит из-за фокусов, которые выкидывает переводчик поисковика Google. Система переводит слово «казах» на русский язык как «марихуана», пишет «Экспресс-К». Казахский язык в Google мы запустили только в декабре 2014 года, комментирует казус руководитель фонда «Викибелим» Нурбек Маджани. Поэтому такие ошибки пока не допускаются. Еще в 2012 году общественный фонд «Викибелим» объявил о том, что начинается
начинает работу по внедрению в систему всемирного переводчика казахского языка. Работа действительно была проделана огромная, и в конце 2014 года казахский язык занял достойное место в системе среди других 90 языков. Это были все пресс-новости. Смотрите нас, и сегодня вы увидите то, что другие прочитают только завтра. До встречи. Спонсор программы – сеть магазинов «Акватория».